Сейчас к культурным новостям. В день рождения советского рок-музыканта, лидера культовой группы «Кино» Виктора Цоя в Кунгуре прошел концерт памяти под названием «Любовь стоит того, чтобы ждать». На площадке возле малой архитектурной формы «Пупа земли» под открытым небом кунгурские музыканты исполнили песни, узнаваемые, наверное, каждым совершеннолетним жителем России. Гроб по крови, на рукаве мой порядковый номер, на рукаве. Кунгурские музыканты Эдуард Пихтовников, Константин Тахтуев и Максим Гущин совместно с рок-группами 37 и 7Т и 1663 порадовали жителей нашего города произведениями знаменитого рок-исполнителя советского времени. Между концертными номерами артисты общались со зрителями, а ребята из театра молодежи читали стихи. Вместе с ним мы сыграем песню «Ну вы все». Где твой мундир, генерал? Твои ордена, спина как струна. Ты уже слышал отбой? Просто дождь бил по крыше твоей, генерал. Мероприятие прошло благодаря Первому кунгурскому радио совместно с Центром досуга театра молодежи. Организаторы отмечают, интерес к творчеству музыканта сохраняется как у взрослого поколения, так и у молодежи. Спустя 26 лет, почти 26 лет, с момента гибели музыканта, эти песни, конечно же, всегда востребованы, и интерес к творчеству Виктора Цоя не угасает и только растет и поддерживается как взрослым, так и молодым поколением, практически всей планеты.